И всем здрасте! Мы с вами продолжаем играть Hollow Knight. Что ж, в прошлой серии мы искали гусеницы, нашли в принципе почти всех, кроме одной, потому что... А, да, в принципе вы это не видели. Короче, нашли всех, кроме одной, а почему? Потому что вот тут вот, в этой точке, находится босс. Я с боссом этим пока что драться не хочу, я не готов. Поэтому в этой серии мы будем искать... А эти чё? Я не знаю. И я не знаю. Короче, будем искать в этой серии амулеты. У нас амулетов не то чтобы прям сильно много. У нас что вообще по амулетам? У нас не хватает раз, два, три... Сань, хуй соси! 13 амулетов нам не хватает. Получается, один амулет 100% находится тут снизу. И мы сейчас пойдем, я думаю, за ним. Это что там за локация у нас? Это у нас... Блин, а как можно по-быстрому добраться? Я просто лень. Можно окрестности дворца? Бахнуться, да-да-да-да-да. Через окрестности дворца пойдем. А это надо далекое деревня. Скрытый вокзал. На скрытый вокзал пошли. Стреляй, я не буду возвращаться за своей душой, пошла она нахуй. Она далеко, и там я особо ничего не потерял. Там что-то вроде 70 гео и то. 700 гео, что это такое? Так вот чувствую, будто я просто оттягиваю неизбежное. Будто я просто оттягиваю этот... концовку игры как таковую. Да, будет грустно откровенно, потому что это, наверное, самая долгоиграющая игра на моем канале, потому что обычные игры у нас заканчиваются на какой-то серии 10 приблизительно. Геншин не в счет, Геншин вообще я сейчас почти не играю, и поэтому от этого будет даже как-то грустновато. Но я думаю, что если что, мы найдем замену Hollow Knight. Да и в принципе, если верить E3, скоро должен выйти Silksong, если верить, а я не верю. Потому что у нас есть трейлер, конечно, у нас есть это. И говорили в районе года. Когда там E3 у нас было? В сентябре, да? В сентябре вроде было E3. Ну что ж, живем. Блять, живем, пока верим чудо. Так, вот тут. Мы раньше не могли пройти. О май гад. Кого, блядь? Алё, галёвка, это что за хуйня? Вот она, пронзающая тень. Великолепный амулет. Кстати, мне писало там кто-то под Hollow Knight, там последний, честно, что в какую-то сборку. Но проблема в том, что там используется... нерушимая сила, и ничего бы, и все бы ничего, но у меня нет нерушимой силы, то есть у меня есть только вот хрупкая сила. А, то есть получается, мне надо будет ее без конца чинить, а учитывая то, как я часто вздыхаю, это вообще невыгодно мне. Следующий амулет находится не так уж и далеко, находится... Какая вам разница, где он находится? Вы просто смотрите и наслаждаетесь. Надеюсь, что наслаждаетесь. Еще восстановить себе жизни. Возможно, я потом пойду к Ноксу. Я теперь знаю, где Нокс находится, в принципе. Но мне лень. По поводу новых игр на канале. Думаю, что я вот сейчас, пока это видео снимал, я моментально еще настраивалась этот... поебота. Эмулятор Nintendo. Так что, да. Там просили меня за легенду о Зельде. Ну, если получится, понятное дело. Если не получится, то как бы я пытался. И да, то, что там чувак говорил, что типа... да, наверное, странно, то, что там рекомендую тебе игры про этот, Лего игры. Там в этом ничего такого нету. У меня канал, сука, по всем играм. Короче, любую игру я принимаю за ваши лайки. Погнал, погнал. Блять, иди ты на... Хер. Ха, помер. И я чуть не сдох при этом. Так, вот тут должен быть амулет шелкопрядов, как их там, ткачей, амулет ткачей. А, еще мне не хватает вроде как амулетов на, да-да, живокровь. Одна живокровь, я помню, должна находиться... А, все? Так просто? Правда, я не ебу, что, ладно. Нихуя. Вы это видели? Видели? Какой бубен убежал?
Так, нам нужно благословение Джонни. Иди нахуй, блядь! Дома! Так что можете дальше говорить про сборки амулетов, но... рассчитывайте на то, что у меня нету, допустим, каких-то... вот, у меня артефакты хрупкие, я их просто не буду надевать. То есть, даже если сборка классная, я их просто физически не буду одевать, потому что я очень много помираю и потом ходить чинить в жопу. Вот, так что... из того, что вы видите, можете предлагать какие-нибудь свои варианты. Хотя, в принципе, могу взять ту сборку, что мне предлагали, и просто убрать эту хрупкую силу и поменять ее на что-то более-менее похожее, но... Хреново. Ой, бедный рогач. Опа, погодите, а я здесь не лазил. Серьезно, я не заходил в из-за рогачей. Ой, я тупой, гляньте, аж тут аж душа была. Посмотрим, опа. На пиздюли вы не пришли еще. Допрыгался ты, парень! Все, получили уже. Мы уже должны были прийти. Где моя жива кровь? Вау, как красиво! Ты есть, Джонни? Восвоение Джонни, спасибо тебе. Опа, Джонни, привет. Ах, Ричи, ты носишь мое благословение. Не помню, чтобы давал его. Но в последнее время у меня в сомнете что-то недавно. Да, Джонни, как скажешь. Я теперь пизду сюда, к вам мне в гости. Хо-хо. Ну тут так красиво. Просто, я просто не могу. Я сейчас растаю. Та-дам, дерево готово. И мы собрали, где-то 44 штуки. Опа. Здорово. И до короля. Пропустил. А он дорогой, я помню. Он что-то там в районе 800 стоит. Слишком самоуверенный. Хожу без хилки. Хожу с неполными хп. А вы будете моим восстановлением. Спасибо, ребятки. Осталось последнее. Ну ты поняла. Что сказать? С появлением более мощного гвоздя появилось и плюс, и минус. Минус то, что я теперь не смогу больше высекать душ из них. Обычно я типа два удара сделал, эти два удара это вот сразу душа получалась. Нам вроде как раз... Я уже забыл про вас. И там, да, все вспомнил, там должен быть такой здоровый здоровяк, такой милаха. Поскольку нам кислота уже не страшна, мы можем в воде купаться. Купаемся. Джакузи. Кислотное. О, жуткое место. Однако нам ничего не страшно. Мы же уже столько всякого дерьма повидали. И хоба, вот тут должен быть. Ля-ля-ля-ля-ля. Здорово, моллюск. Как дела? Ай, спасибо. Облик ун. Спасибо, брат. Какой же ты, сука, урод. Теперь. По сути, на локации мы тоже все амулеты собрали. Так, пойду сохранюсь сначала. Нет, пойду сначала схожу в грязь. Вот, да, ну, что там? Кто им продает амулеты еще? Еще бабулька вроде это продавала. Я не все выкупил. У него, помню, были маски. Сколько мне масок надо еще? Для нового уровня. 4, понял. Мне еще далеко. Тюнь. Здорово. Да. У него вот. У него два амулета есть. Это загребущий рой и лавкач. А еще у него есть ключ. А, нет, погодите, и тяжелый выпад. То есть у него есть 3 амулета. Вот. Получается, тройку мы знаем, где найти. Нам нужны только бабки. И сейчас я могу их получить спокойно, продав вот этот весь хлам, который мне не нужен. 5 minutes later. Зачем я собираю амулеты? А, не знаю почему. Потому что хочу. Даже самые бесполезные. Так, ну, берем вот это. Берем вот это сразу же. Так, итак, сколько у нас остается? Я могу купить ключ. Я, наверное, куплю сейчас простой ключ. Да. У меня появился бизнес-план.
покупаем просто ключ. И снова идем в город слез. Так, ищем закрытую дверь. Простой, да. Простой ключ. Нам сюда. Та-дам! Дом наслаждения. Да. Если что, это не бордель, это сауна. А с тобой мы сейчас побазарим. Ох, привет, дорогуша. Как славно тут с тобой встретиться. Ты ведь со своим Гео, верно? Ну, понимаешь, его это так печально, но его нет. Все потратила. Нынче так затратно вести банковские дела, что мне пришлось снять с твоего счета довольно большой процент за обслуживание. Все по закону, как же еще? Дела банковские и все такое. Ну, спасибо большое, что не забываешь. Жаль, что тебе пора уходить. Я уже и заканчиваю скоро. Только оставь меня одну еще ненадолго, а потом плескайся тут сколько душе угодно. Гони бабки быстро. Ты че, офигел? Хорош. Ну, значит, пора тебе уходить отсюда. О, бэля чао, бэля чао, бэля чао, 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 бэля чао. Пока. Ну, все амулеты, которые были на этой локации, я так смотрю, я забрал. Опа, здорово. А ты что тут делаешь? Го, я не знал, встретить здесь, мой малый друг. Наконец-то я обрел покой. Именно здесь. Два раза мне довелось увидеть этот мир. Хоть мое служение лишило меня памяти о первом пребывании в нем. Я благодарен судьбе, что смог вновь насладиться его красотой. А у нас огромен и прекрасен. Даже среди его чудес и тайн, ты самая великая загадка. А лишь суровое молчание в ответ на мою лесть. Мне это по душе. Мне это весьма по душе. Тоста. Невероятно. Давай присядем. Опа, а чё я таким стал? Я так понимаю, мы тебя видим последний раз, да? Я так понимаю, ты все, да? Умираешь? Ты уже довольно старый. Если ты так заметили, как я меняю форму резко. Кажется, что если я сейчас перейду на другую этот. То есть сейчас зайду в переход и обратно, он уже будет мертвым, да? А его тут просто не будет, вместо него останется гвоздь. Что ж, как-то даже грустно стало. Кстати, даже можете даже рекомендовать игры какие-нибудь, если хотите еще, кроме того, что мне уже предложили в сообществе. Заходите в сообщество у меня на ютубе, серьезно. Я там выпускаю посты, когда видео выходит, что выходит, можете увидеть. И еще какие-нибудь новости, я там еще новости выпускаю, правда их реже. Но еще реклама энергетиков, которые мне не платят. Ну это чисто моя вкусовщина. А что? А, я собрал 700, я думаю, надо 800 собрать. Ну ладно, я собрал 700, и мне дали осколок души. Кстати, давненько бит с боссами не было, да, на канале? Последний раз это был Грим как раз таки. В прошлой серии я вообще с боссами не дрался. Я чисто получал пиздюлей. Ну, ничего страшного. Думаю, в следующей серии я уже буду драться с какими-нибудь боссами. Возможно, как раз таки пойду бить этого. Блять. Предавшего лорда. Блин, ну тут бы мне пригодился один амулет, которого у меня, понятное дело, нету. О. Блять. Я оставил уже амулет, только что. Да блин, почему ты отлепляешься? Ой, куда я? Почему ты отлепляешься от этой херни всей? Нет! Ну, это было близко. Ладно, хотя бы я одного убил. А это значит, что у нас на одну проблему меньше. Сейчас только дождусь, когда этот спустится, и... Так, в теории... Все.
Ух ты. Я чуть не облажался люто. Я чуть люто не облажался. Да, блядь. Сколько можно? Опа. Мужик, ну ты, конечно, засел. Здорово. Я тебя слушаю. Неужто Ганд? Зачем приполз сюда, жучок? Может, ты, как и я, любишь делать открытия? Я Шел. В прошлой жизни я был мастером гвоздя. Да, одно время я только и мечтал стать сильнее и довести до совершенства владения гвоздем. Думал, вот оно, мое призвание в жизни. Но со временем я в это разуверился. Теперь же я ищу новое призвание. Что-то, что заставляет душу отзываться и двигаться вперед. Именно поэтому я уединился здесь, чтобы познать техники созидания, живопись, искусство. За что не берусь, но всем нахожу свое особое удовольствие. Кажется, мои речи тебя не очень-то впечатлили. Или же ты все же ищешь мастера гвоздя Шел? Я его себе познать технику гвоздя. Обучу тебя, если настаиваешь. Ну зачем технику гвоздя? Конечно. Красота. Великий удар. Ну-ка, нравится моя работа. Владение гвоздем, владение кистью. Лица в этом не так уж и много. Мы прорезаем покров этого мира, чтобы загнуть его самую суть. Пока что это все, чему могу тебя научить. Перед тобой долгий путь. И лишь ты знаешь, куда идти. Удачи. Фух, так, с тобой мы расправились. Так, тут все. Идем теперь в край королевства. Так, один амулет, я помню, еще можно получить в Улье. Но надо там надо подраться с боссом. Что я делать пока что, в принципе, не особо горю желанием. Хотя посмотрим. Посмотрим. Может, я соберусь силами. И в этой серии все-таки одного босса доглопну. Так что ты решил, путешественник? Заплатишь ли ты названную цену? Или уйдешь непросвещенным? Держи 800, падла. Рассекающий удар. Да-да-да, пока. Жирную ёлок. Ну все. Теперь наш путь ведет нас опять в Хрязьмут. А как туда будет быстрее всего добраться? Наверное, опять спуститься и через древний кат Ваван. А может мне все-таки попробовать пойти в Улей еще раз? И там попробую сразиться с тем боссом, про которого я говорил. В принципе, я уже думаю, я готов к нему. Да, я вроде как не то, что прям сильно сложный. Ну, давай. Я готов к тебе. Где ты? Давай. Ты какой-то конченый. Давай, удиви меня.
Ну давай, давай, нападай. Я похилюсь. Я просто не знаю, у него... Давай, нападай, нападай, нападай на меня. Я тебя, сука, разъебу, нахуй. А, всё! Долбоёб. Я просто помню, что я от него один раз точно сдыхал. Всё, профулья. Просто изи победа. Буду я тебя слушать! Тоже мне! Какая веселая мадам. Ну давай. Хоба, а тут такой секретный проход. И обалдеть. Мы такие идем медленно. Ну здорово, подойди-ка, надо тебе ситуацию прояснить. Короче, меченый, я тебя спас и в благородство играть не буду. Выполнишь для меня пару заданий, и мы в расчете. Заодно посмотрим, как быстро у тебя башка после амнезии прояснится. Ты че, ебанутый? Ты че, долбоебы? Бля! Да, я даже поклонюсь в честь этого. Орео, мастер гвоздя. Все. Капец, сколько тут у меня уже амулетов. А, один из них это будет песня гусеничек. А, не то. А, элегия куколки вроде. Да, элегия куколки должен будет называться он. Он идет, он мне подосвется за то, что я выполняю все, получу все гусениц. Ну, все тогда пока что. Пока что все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи, всем пока.